Всем здорово, и мы отвлечемся немного от страйкбольной тематики и поедем сегодня путешествовать в город Ленинградской области под названием Зеленогорск. Город находится на берегу Финского залива. Вроде как почитали, там много чего интересного, на что можно посмотреть. Поехали! Переезде, походу идет Аллегра, и нам очень долго ждать, пока она проедет, потому что этот дебилизм, который творится в России, если едет скоростной поезд, то закрывает шлагбаум на полчаса, и ты должен стоять и тупо ждать. Это просто идиотизм. До сих пор так считаю и буду считать всегда. We'll be right back.
Колесо крутится, смотри. Смотри, 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 смотри. Колесо крутится. Прикольно. Какой звук стрёмный. Мы доехали до Зеленогорска. Зеленогорск нас встречает великолепной погодой и классным свежим воздухом. Погуляв слегка по Зеленогорску, я понял, что он мне напоминает далекий южный город под названием Ялта. Да, здесь одна большая центральная такая вот тропинка, ведущая к Финскому заливу. Мы сейчас находимся на самой высокой точке города Зеленогорска, на чертовом колесе, который у нас на пляже. Мы поняли, почему этот город называется Зеленогорском, потому что если посмотреть с этой стороны, то там сплошной лес и деревья, все зеленое. Поэтому, наверное, его назвали Зеленогорск, зеленый город.